Приветствую вас всех. Вот хочу вам показать, какую орхидею я купила в Банин, когда поехала купить пеноплекс. Товарищи, это вообще не орхидея, а какое-то чудо. Вы посмотрите на эти листья. Это у нее такая расцветка листьев. Это называется варигатные листья, когда они такие, либо в такие вот конопушечки полностью, либо когда на листьях имеются какие-то полоски. Ну, это вообще потрясающая расцветка листьев. Знаете, это вот когда орхидея отцветет и будет даже стоять без цветков, то у вас все равно она будет стоять вот такая красивая. Значит, у нее такие цветы. Камера немножечко, поскольку я свет на нее направила, на орхидею, камера показывает немножечко, конечно, и не натуральный цвет, но вот я сейчас вот так свет выключу, и вот это вот сейчас вы видите ее настоящий цвет. Вот такого цвета у нее цветы. Даже трудно сказать, какой это цвет, я так затрудняюсь немножко описать его, какой это цвет, но тем не менее вот так вот вы его видите. Такой, какой он есть, натуральный. Губа такая у нее вот желтенькая. Здесь такой красивый сиреневатый в серединке оттенок. В общем, орхидея очень красивая. Значит, теперь я включу опять свет для того, чтобы вы могли еще полюбоваться на ее листья. Я когда пришла за пеноплексом, то я сразу пошла посмотреть, конечно, на орхидеи, конечно, сразу пошла туда посмотреть. И оказалось, что там много орхидей. Я сняла на видео, но, к сожалению, когда я переносила это видео с телефона на компьютер, по ошибке удалила, нечаянно. И потом я удалила его с телефона, и восстановить уже это было невозможно. Вот. Я вот там рассказываю, как я вот пришла, увидела. Я сначала смотрела там большие орхидеи, снимала, а потом подошла, где эти мини. О, боже мой, что это такое за красота стоит? А их там было две. Ну, я, конечно, взяла каждую в руки, села там за столик. Это все я снимала, показывала. Как жалко, что это потерялось. Вот. И я выбирала из них. Ну, та была с одним цветоносом. Правда, он был с веточками, вторая орхидея. А эта орхидея была такая вот с двумя цветоносами. И вот я ее принесла домой, она начала распускать бутон. Тут вот у нее еще цветочки есть. А листья такие красивые, они не только в крапочку, они и с этой стороны тоже. У них такие темно-бордовые точечки. Сейчас вот я поверну. Вот такие там на листике есть темно-бордовые точечки. Так вот, я из этих двух выбирала. Ну, выбрала эту, конечно, орхидею. У нее и корни в хорошем состоянии. Орхидея мини. Цветочки 5 сантиметров величиной. Называется она Scansion. Scansion, ее еще все переводят как парфюмерная фабрика. Она пахнет. Она так хорошо пахнет. Очень похожий запах на орхидею Summer Song. Летняя песня, которая у меня есть, похожий запах. Вот такой запах, такой сладковатый, таких каких-то дорогих французских, каких-то тех давнешних духов. Я вот думаю, может быть, парфюмеры там во Франции в свое время воссоздавали вот такие ароматы орхидей. И поэтому почему-то эти запахи кажутся такими какими-то вот очень знакомыми, но это вот такой именно запах такой дамы, такой французской дамы в вечернем туалете, вот с таким запахом потрясающим и со шлейфом. Знаете, вот когда пройдет дама, а после нее такой шлейф духов остается, вот так и у этой орхидеи. Так вот, у нее есть еще такая небольшая история, даже не у нее, а перед тем, как мы нас посадили на жесткий карантин, на четвертый уровень, у меня поломался компьютер. Умер в одну минуту. Работал, потом взял и умер. И я быстренько собралась, это было в пятницу, и побежала покупать другой. Побежала покупать, и пока там суть до дела было, мне надо было посидеть, подождать. А рядом там аптека, и так под лестницей продают цветы, букеты. И у них есть в продаже орхидеи. И там была вот такая орхидея.
За эту я заплатила сегодня вот тут это кашпо, которое это у нас так заставляет тебя платить $29.87 с кашпо, с этим, которое само, наверное, $10 стоит. А та орхидея была $38. Ну, и я там начала торговаться и сказать, продайте мне ее за 28, потому что я знала, что орхидеи мини продаются в Банине по такой цене. Но там была какая-то девочка такая молодая, и она не знала, как это делать. Она потом сказала, что я продам без этого кашпо, а я что-то так уперлась. А вот я с вами торгуюсь как бы, ну, так как есть, а что должны это кашпо у меня забирать, которое мне вообще 100 лет не надо. Ну, в общем, короче, мы не договорились. Не договорились, я получила свой компьютер, уехала домой, это было в пятницу, и в понедельник нас посадили на жесткий карантин. Ой, как я жалела потом, что я такая глупая, что я потянулась за эти $10, надо было купить. Как я жалела за этой орхидеей. Но та орхидея была, цветы такие точно, расцветка точно, но листья у нее не было такой красоты. Листья были как бы там были точки, но не такие, как здесь. Ну, здесь прямо это вообще. Я даже такой потрясающей расцветки не видела никогда. Как я жалела. Я 2 месяца про нее вспоминала. Я все время про нее думала. Я так ее хотела. И потом, как только мы сошли с карантина 4-го уровня, перешли на третий, и что-то там открылось, я буквально в тот же день туда побежала, пришла. И спрашиваю, орхидей никаких нету, есть только букеты живых цветов. Я говорю, а вот была такая там орхидея, там та-та-та-та-та. Она, ну, была, там уже была другая какая-то продавец. Ну, была, там она там помнит или не помнит, 2 месяца прошло. И, в общем, она сказала, что, может быть, у нас появятся орхидеи, может быть, там через 2 недели. Я ходила через неделю, через 2 недели. Ну, в общем, мне не повезло там. Ну и потом постепенно я как-то забыла об этом. Забыла. И вот сегодня я когда увидела, я тоже не сразу не вспомнила, что интересно. И потом уже, когда я ее выбрала, и потом я ее когда взяла в руки и пошла по магазину туда, где пеноплекс этот, и я тут вспомнила, боже мой, это ж такая орхидея, как я хотела. Я так обрадовалась. Не знаю, это я не знаю, что такое купила. Так, выключу еще раз, чтобы посмотрели, какая она красивая, такая, даже таким розоватым оттенком немножко. Вот. В общем, я была рада и счастлива. Знаете, о чем я жалела? Единственное, когда я покупала, и их было там две, я так жалела, что я не могу купить вторую никому из вас. Ну, как бы себе покупать две одинаковых, да? Нет смысла, правда? Вот. А я так жалела, что я не могу никому из вас купить, что вы все так далеко, а я так хотела бы эту вторую орхидею кому-то купить, и, наверное, кто-то был бы очень рад иметь ее такую. Как она пахнет? Я все свои новые орхидеи ставлю там у себя в спальне, ну, как сказать, на карантин такой, там понаблюдать и посмотреть за ней, чтобы не сразу ставить ее вместе с новыми орхидеями. Вот, и поэтому вот так вот я об этом пожалела. Ну, вот так вот я вам ее представила. Сегодня я уже не буду ее пересаживать, а завтра я ее вытащу из того, в чем она находится, и подберу ей подходящий горшочек, посажу. Ну, может быть, я даже сниму об этом видео и покажу. Вот так вот. Надеюсь, вы порадуетесь за меня. Вам тоже она понравится. Ой, как она пахнет. Вот она. Я тут за камерой, а она там. И я слышу ее запах. Вот так вот она пахнет, эта орхидея. Ну, в общем, надеюсь, вам она понравилась. Я рада и надеюсь, вы порадуетесь тоже за меня. А я желаю вам всего доброго. И желаю вам каждому найти ту орхидею, которую ему когда-то захотелось, но ему не удалось ее купить, а потом все-таки она попалась. Так, всего доброго.